знаешь, я в гостях у моей мамы. У моей мамы происходит съемка сюжета в программу «Жить здорово». Это наша съемочная группа. Вот она сидит, ест, готовится есть борщ. А мы, мамуль, спасибо тебе первое за гостеприимство. Говорят, что мы с мамой похожи. Ну-ка, посмотрите, похожи мы или нет. А мы снимаем о том, как надо переустроить дом человека старшего возраста. У нас в доме нигде нет плинтусов, потому что мама сейчас сидит на тележечке, она с ее помощью ездит. У нас нету плинтусов ни в одной комнате. При входе в ванну тоже нет. Линолеум здесь, вернее, паркет, не паркет, а плитка здесь не скользит. Здесь везде поручни. Это душ. Здесь ванна оставлена, но мама не может в нее залезать. Здесь более высоко поставлен унитаз. Есть специальная штучка для подмывания душ. И здесь более низкая раковина, потому что мама умывается сидя. Заботьтесь о ваших родителях.